Дед Мороз живет в каждом. В фонде «Дари добро» верят в этот постулат, верят в людей, а потому и запустили в регионе акцию под таким названием. Министерство молодежного развития предлагает ульяновцам стать волшебниками и сотворить чудо для детей. Уже 26 декабря новогодний караван добра отправится в путь. К тем, у кого нет возможности встретить Новый год празднично и весело, но чудес ждут все, поэтому любой желающий может принести и оставить сладкий подарок для незнакомца. Запоминайте адрес: улица Спасская, 19/9, кабинет 212. Подробнее об акции можно узнать по телефону 727-728.